Добро пожаловать на просмотр видео. С вами Данич, и это новость о разработке пикапа. Разработчик дропнул очень сочный пост в своем сообществе, ссылка на которую, кстати, уже в описании. Погнали! На первом скриншоте нам показали салон долгожданного газа, и сразу разработчик отмечает, что в релизе текстуры салона будут лучше. Думаю, многие обратили внимание на фон, на котором немного запалили будущую систему мытья авто, а именно ведро. Кстати, про него я говорил в этом видосе. Что ж, ну и вторая неожиданная и очень приятная новость. Карта будет переделываться и насыщаться деталями. В планах населенные пункты, знаки на дорогах, улучшенное здание и новое окружение. И все это будет точно версии 1.1. На скриншоте нам показали всеми известную дорогу, идущую от нашего дома, вдоль которой тянутся электрические столбы. Все это дело придаст карте абсолютно новый вид. Я безумно рад, что карта улучшится в детализации. И, как помните, в планах населенные пункты. А это новые идеи для РП и все в таком духе. Я уверен, что после обновления карты пикап заиграет новыми красками. Собственно говоря, новости закончились, как и видео. Что думаете вы по поводу новостей, пишите в комментариях. Встретимся в следующем видео или на стриме.